Привет всем высшим, и да, как видите, мы сегодня будем играть Banners of Ruin. Игра довольно интересная, немножко напоминает Banners Saga, Dead and Vinland и кучу других игр. Но в целом она довольно приятно анимирована. Пускай игра даже на раннем доступе сейчас, но она приятно играется. И я надеюсь, в скором времени здесь появится русский язык. Ну а пока давай посмотрим, что нас ждет. Что ж, и вот наша новая игра. Как видишь, я выбрал компанию за Вулка и Хорька. Мне они как-то более симпатичны. И хочется сразу отметить эту милую анимацию. Кстати, иногда я буду, возможно, путать животных, потому что сейчас сам занимаюсь разведением крабов и насекомых. Так что, да. У меня сейчас только они в голове. Что ж, видишь, у нас тут разные атаки есть, которые выполнены в виде отдельных карт. Карты мы будем получать по ходу игры и также по ходу получения новых уровней. А мы будем прокачивать либо волю, либо выносливость. И также можем давать им новое оружие, новую броню. В зависимости от того, сколько, конечно же, у нас монеток. Ну и какие события нам попадаются. Давай, пожалуй, начнем с карт. Такс. Странник, давай. Что у тебя там за карта есть? Свипкик, слетаргет, слушай, ну, такое себе. Вот это звучит поинтересней. За активного персонажа спереди наносишь урон оружия, и если сзади получаешь 3, бонус 3 к атаке противнику спереди. В общем, да, это неплохо звучит, поэтому давай возьмем, наверное, ее. Кстати, у меня английский довольно ломанный, поэтому если у меня будут какие-то косяки, особо не обижайтесь. Так, Фагот Антонов. Давай, может быть, пройдем дальше. У нас, как видишь, тут будет схватка, и нам, к сожалению, ее никак не избежать. Так что. Два кролика и один мышан. Что ж, страйк, страйк. И я даже и не знаю, ну, нанести 12 урона, ну, с кровотечением вроде бы не так уж и плохо. Мы бы его сразу добили бы, и почему бы и нет. Так, наверное, стоит начать с тебя. Давай дадим союзнику дополнительную защиту и заодно переместим его вот сюда. Что мы можем тут сделать? Достать одну карту и получить бонус. Слушай. Ну, вообще, в принципе, можно было бы попробовать. Давай. Так. Что ж, и кровотечение. То есть на следующем ходу он должен умереть от кровотечения. Так, и мы еще можем ударить. Так. И вот так вот. Отлично. А ты получи защиту. Что ж, я надеюсь, по волку особо бить не будут, потому что если ему нанесут урон, а точнее, если нанесут урон здоровью его, нам придется как-то восстанавливаться. А это не очень-то и круто. Что ж. Получить бонус к урону. Слушай, а вроде бы и не так-то плохо. Сейчас, давай-ка попробуем. Давай, может быть, откажемся от этой карты. Вот от этой. И ударим как следует топором. Получай, скотина. Так, и у нас еще остался удар. Так. Так. Отлично. Что ж. И последняя карта, пускай, наверное, будет бонус защиты. Потому что, если все-таки попадет по здоровью, нам придется с этим жить и дальше. Так что, лучше как-то обезопасить себя. Так, а тут у него кровотечение. Все-таки прошел урон. Что ж. Давай, может быть, мы начнем. Так. Начнем, пожалуй, вот с этого. Хотя, погоди. А, я не могу на себя, то есть мне нужно обязательно на союзника это использовать. Так, ну, давай. Отлично. Я, правда, не понимаю, как это. А, все.
Так, и... получилось. Что ж, давай возьмем карту. Яд? Слушай, ну... вроде бы... довольно интересная механика вот у этого, у этой карты. А, либо можно было бы вот, вот эту взять. То есть дает защиту 15. Но... нет, давай, наверное, вот это все-таки. Все-таки мне больше нравится как-то отыгрывать более агрессивно, так что... да. Посмотрим, к чему это приведет. И вот мы проходим в город. Кстати, довольно симпатичный кролик. У меня тоже была мясная крольчиха, но она была жуть какой агрессивной. Так, и тут нам уже не избежать схватки. Ну, в любом случае, это бонус к опыту, поэтому почему бы и нет. Иногда это бывает даже и полезно. Так, три мышки. Три мышки, три мышки. Что мне с вами сделать? Так, ну ты посмотри на это. В общем-то, давай, наверное, начнем все-таки вот с этого. Кого бы из вас мне ударить? Тебя. Так. И, наверное, все-таки тебя я добью. Ты уж меня прости. Хотя надо было другого ударить, елки-палки, я бы добил его волком. Видишь, как глупо получилось-то. Ладно. Так. Два гварда. Блински, ну, я тут даже и не знаю, потому что защита бы пригодилась. Ай, защита бы пригодилась. Хотя и ударить на 12 хочется. Ладно. Давай попробуем. Блин, у них осталось по 2 здоровья, понимаешь? А, хотя стоп, у него хватило. Самое что интересное. Так что да, 16. Все не так плохо, как я думал. Так, ударил нашего хорёчка. Ах ты скотина, он ему здоровье отнял, ты посмотри. Так, ну, в общем, им в любом случае каюк, так что давай хорьком тоже ударим. Отлично, карта. Так, наносит 5 урона. Даже не знаю, Warcry звучит как что-то неплохое. Давай его возьмем, я его ни разу не брал, поэтому попробуй заодно. Отлично. Так, проблемы у торговца. Слушай... не знаю, эники-беники, ели вареники. Хотя... ладно, давай тебя выберем все-таки. Наверное, все-таки было бы лучше... а что мы тут можем? Можно было бы его защитить. Но он нам в итоге предлагает карту. Так что не все так плохо. А, слушай, ну можно было бы даже взять вот эту вот карточку. Она вроде бы довольно интересная. А, хотя вот эта вот мне тоже нравится. Она предлагает нам регенерацию, но она действует на копье, судя по всему. Так что, да, к сожалению, я думаю... не получится, но у нее механика очень классная, поэтому... Так. Блин, слушай, а что это вообще за состояние? Больше процента урона от атак получает. Слушай. Ну, учитывая, что у нас нету все равно копья, то почему бы и нет? Давай возьмем вот это. Так, а вот это вот очень плохая карта. Ее нам нужно прям убегать от нее как только можно. Потому что там довольно прокачанные солдаты, и с ними я в любом случае не смогу потягаться. Так, ну, давай восстановим отряд, почему бы и нет.
Хотя и спрятаться можно было бы. Ладно. Ёлки-палки. Давай в битву. Все-таки у нас сейчас будет уровень, поэтому почему бы и нет? Я впервые вижу этих кроликов. Так, что-то мне не нравится, как они выглядят. Слушай. 12. Боже. Мне кажется, мне будет довольно больно. Хотя подожди, я же могу и вот этим нанести урон. Почему бы и нет? Ну, давай попробуем. То есть я отказываюсь от вот этой карты и наношу им... Давай, наверное, по вот этому ударим. Или по мышу. Давай по мышу. Он все-таки будет больнее бить. Так что, да. Так, защита. И еще одна защита. Отлично. Много-много защиты. Да и много защиты много не бывает, так что... Почему бы и нет. Так. А он на нас положил вот эту слабость. Скотина. 10. Так. Мне теперь нужно попробовать убить всех противников, каких я только вижу. Потому что иначе мне будет довольно больно. Так. Хотя, смотри, что мы можем сделать. А мы можем попробовать его переместить? Слушай, ну... Давай, может быть, действительно его переместим. То есть я тебя поставлю вот сюда. А, и у тебя осталась одна карта. Так, а как я ее могу... Отлично, он дал ему выносливость. Боже! Ай, ладно. Так... Ну, мы получим защиту, по идее. Да? Так, и... Что, как, почему? Я не могу атаковать? Странно. Это очень странно, ну ладно. А, ёлки-палки, видишь, мы... Надо было в этом ходу бить им. Ёлки-палки, раньше накладывать это состояние, пока я только мог. Ну ладно. Видишь, как глупо получилось. Что ж, будем знать. 3 защиты. На него повесили кровотечение. И наш ход. Фуф. Так, ну мне повезло. Мне действительно повезло. Ну, давай тогда попробуем доломать ему защиту. Отлично, у него бонус. Фух, и что мы можем сделать? Ну, у этого будет минус 2 здоровья на следующем ходу, но его все-таки добить стоило бы. Так что, да, давай, наверное, его добьем. Так, минус 1. И теперь мы можем кого-то сильно-сильно ударить. Так, что же сделать с вами, сволочи? Ну, 10 урона он нанесет. Ладно, вот так вот. И вот так вот. Давай защиту. Так. Я могу еще эту... А, нет, он не может ее использовать, потому что она вот на вот этого персонажа, видишь. Эх ты. Ладно. Что ж, посмотрим, что он будет делать. Ну, он хотя бы начал бить по волку, так что мы ничего не потеряли. А, давай, может быть, Warcry используем. Я посмотрю, как он работает. А он на себя, получается, кидает усиление. Блин, слушай, ну... Это как-то не особо интересно. То есть я сразу же... Ладно, давай, наверное, сделаем Warcry. Так. И мы, получается, бьем вот этим умением. 13. 13, да! Слушай, это было сильно. Это было очень сильно. Так, и что на этот раз у нас? Дополнительная защита. Слушай, ну, может быть, может быть. Давай попробуем. И монеточки. Почему бы и нет? Так, а у нас тем временем они кое-как прокачались. Чума.
Так, вот это я не особо понимаю. То есть за каждое состояние на нашем персонаже он кидает состояние? Или что? Так. А, смотри. То есть мы накладываем кровотечение на противника. Фу, ну это странно, конечно. Это очень странно. Нет, я не хочу это умение. Давай, наверное, все-таки состояние. Вот это вот умение. То есть за каждое состояние на противнике он будет бить дополнительное количество раз. Звучит как что-то неплохое. Вот. Ну, посмотрим, как у нас это все пойдет. Хорьки, они вроде бы специализируются на яде, но я не знаю, куда нас приведет эта дорожка. Может быть, мы возьмем ему арбалет. Потому что щит с топором — это, ну, не скажем так, комбинация, которая мне нравится. Так, а тут что у нас? Восстановить 12 виталити и убрать кровотечение. Блин, слушай, ну у него странные карты, конечно, предлагаются. Я бы сказал, очень странные. Так, ну, 12. Боже мой. Я даже не знаю, стоит ли брать. Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Почему бы и нет? И, наверное, возьмем волю. Или нет? Или в стамину. Давай в стамину его. К черту. В следующий раз волю ему прокачаем. Так. Что-то мне не нравится. Куда нас ведет эта дорожка? Давай, может быть, схватку. Потому что мы только недавно вышли из схватки, и почему бы нам не сделать еще одну схватку? Схватки тут довольно неплохие. Хотя, если честно, Dead and Vinland, они казались более живыми. Так. Фух. Ты посмотри на это. Ну, начать, наверное, стоит нам с тебя. И мы тебе сломаем всю броню. Да, у него легкая броня. Легкая броня. Легкая броня. А это еще что? Нет, я его буду бить. Определенно его буду бить. Так. Что ж. 10 урона. Ладно, давай вот с этого начнем. Вот так тебе, скотина. Отлично. Так, ну, может быть, мы его даже в этом ходу и убьем. Ха-ха! Да, убили! Убили! Что ж, осталось две выдры или кто это вообще? Ой, ладно, я в ракообразных и насекомых, если честно, разбираюсь как-то получше. Что ж, он нам ударил по здоровью. Вот же нахал. Посмотри на это. Так, возьмем себе брони. И, возможно, стоило бы взять моментиум. Эх ты ж, а тебе хватит? Ну, вообще должно. Это рискованная, конечно, игра у нас будет, но... Или не стоит так рисковать? Ну, ударит, конечно, он сильно, если мы все-таки это сделаем. Нет, это, пожалуй, слишком рискованно. Давай отыграем защиту. И, пожалуй, откажемся от этой... Нет. Вот так вот сделаем. Еще одна защита. Ну, давай ему возьмем защиту. 9 защиты. Ну, ничего не остается. Давай бить. Что ж, я надеюсь, они сейчас будут как-то защищаться. Мне все-таки не нравится, если они будут бить там по одному персонажу. Так, 27. Вот твари, ты посмотри. Что ж. А мы кровотечение можем накинуть? Так, да, мы что-то можем накинуть. Давай тогда попробуем, смотри, что сделать. А мы, может быть, поменяемся с ним местами, совсем немножко. И у него добавится защита. И мы сейчас атакуем вот этим умением. И получим небольшой бонус. Потому что почему бы и нет. Так, это
получается, по кому бы из вас, по тебе выстрелить. Отлично. И теперь мы будем бить вот этим самым умением. Подожди, оно... Не каз... Нет, нет, оно на этого персонажа, ёлки-палки, ну ладно. Так, а еще раз ударить, нет? Эх ты, я что думал. Ладно. Давай тогда заберем вот этого, или кого мы? Нет, все-таки я тебя попробую добить. Не совсем понимаю, как это работает, уязвимость. Да, там, скорее всего, увеличивается процент урона, нанесенного по этому противнику. Что ж. Отлично. И еще немножко защиты. Теперь он будет атаковать. 8. И все. Так, ну я в принципе... А, нет. Лишь мне не хватает... Подожди, а я могу на себя это сделать? Если да, то это, конечно, интересно будет. Так. Да, могу себя поменять местами. Так, отлично. Подожди, а он сможет его атаковать? Потому что мне кажется, он не сможет. Так. Погоди-ка. Угу. То есть вот, мы дали ему выносливость. И... Ай, блин, надо было до этого использовать вот этот вот скилл. Ты черт, тебя дери. Эй, ладно, давай, атакуй его. 12. Видишь, так бы мы получили бонус. Эх ты. Так, и получим немножко защиты. Ну, не немножко, 15 это очень даже много. 15 это очень даже много. Так. Что ж, нанести. Так, ну давай попробуем. Может быть, да, кстати, я его и добью этой атакой. Давай проверим. 24! Вот это я понимаю! Вот это атака, так атака. Что ж. Нанести 4 урона. Фу. Слушай, вот это вот неплохое умение. То есть за каждое кровотечение мы наносим определенное количество атак. Так что да, я его, пожалуй, возьму. Так, что у нас за карты? Ага, купить карты мы можем. Ну, давай, наверное, пьяных стражников. Пьяные стражники, они классные. Так. О, оружие! Оружие! Да, 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 да. Что нам предложат? Давай. Так, тяжелая броня. Средняя броня. Угу. Кинжал. Кстати, ни разу не пробовал кинжал. Блин. А, хотя... А я не понимаю, там, кстати... Слушай, ну давай харьку попробуем одеть его. Мне даже интересно, что будет. А, подожди, а если мы лук возьмем? Нет, нет, лук мне как-то не особо нравится. А вот с кинжалом... Кинжал это что-то интересное. Так... А, то есть, подожди. У него еще щит есть. А щит я у него не вижу. Так, ну, погоди-ка, погоди. То есть мы можем тут... Так, как тебя выбрать? Как тебя выбрать, скажи мне, пожалуйста. Так, перетаскиваем. То есть вот это мы... Бля, нет, ребят, нет, 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 я не это хотел. Почему-то не перетаскивается у нас оружие. А, легкая броня... 6 брони и 1 стамина каждый ход. Слушай, ну... Нет, ну это, конечно, интересная комбинация. А дать ему, выходит, какую-нибудь среднюю или супертяжелую броню и смотреть, как он ими орудует, потому что защита там, мама, не горюй. Атака у него, конечно же, тоже.
Но, конечно, атаки у нас будет меньше. Эх ты ж, ладно. Так, оружие действительно не могу перетянуть. Ладно, давай тогда возьмем себе... Не знаю, может харьку дать? Medium armor. Ну да. Харек с щитом, с топором и в легкой броне. Это, пожалуй, самое неадекватное, что только может быть. Слушай, ну у него стамина там. Ну, а какого черта ему нужна эта стамина? Хотя, слушай, давай попробуем. Это довольно интересная комбинация, поэтому почему бы и нет. Что ж, а на этом, пожалуй, будем заканчивать. Я надеюсь, вам понравилось, и если вы хотите увидеть продолжение, то обязательно пишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь, и да. Пока-пока, и до скорого. Берегите себя и своих близких.